Почивши братьев святые обители сия, всех зде начальствовавших, учивших и учившихся, и всех от века почивших православных христиан, и оеже проститеся им, всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Учинит души их, и где же праведные упокаяются? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.